рамках реализации проектов «Безопасные дороги» и «Военные городки» одинцовские единороссы проверили ход ремонта дорожного полотна в городке Кубинка-1. В прошлом году сотрудниками теруправления Кубинка было оцифровано более 180 дефектов дорожного полотна. Работы уже идут, предварительно планируется отремонтировать около 9000 квадратных метров асфальта. Работы по асфальтированию дорог планируется завершить в течение месяца.